Привет, Рарити. Ты сейчас где? Ну, я сейчас нахожусь у тебя, готовлюсь к вечеринке. Стоп. Какой? Еще вечеринке. Ты что, забыла, дорогая моя? У нас школьная вечеринка. Даже не знаю, что будет призом. Сказали, что приз будет вроде бы что-то типа твоей короны. Что? Не волнуйся, ничего не будет, потому что таким злом, как Сансет Шиммер, больше не обладает никто, и она перевоспитана. Буду надеяться. Ладно, пока. Привет, Рарри. Привет. А почему ты так одета? По-моему, я одета нормально, но почему ты одета так, будто... Ну, это же вечеринка. Я должна выглядеть отлично. И почему? Ну, знаешь, что я совсем не похожа для одежды вечеринки. Но ты прям можешь мне помочь. Просто мне нужно получить мою корону обратно. Я не знаю, как... Да, я все знаю. Я вообще не знаю, как твоя корона попала в призы. Но Селестия, директор, сказала, что все наши согласились на это. Я без понятия почему. Ладно, пойдем, ты оденешь мне нормально. Хорошо. Ой, мне неудобно стоять. Ну, может, я тебя как-то смогу поддержать? Ну, попробуй. Как неудобно. Не волнуйся. Мы сможем найти. Смотри, Рарити. Распродажа, на которой я смогу приодеться. Не жди меня. Ну что ж, ты дойдешь, чем я приползу. Это же платье, оно самое лучшее. Скорее. Эй, это мое платье. Я взяла его первым, так что оно 100% мое. Но безоговорочно. Пока, Твайлайт. Но пока-пока. Твайлайт, смотри, там еще остались вещи. Ты сможешь их взять. Я просто сделаю тебе прическу, и ты станешь лучше Адажо. Ура! Нет. Оу! Зачем тебе это, Адажо? Я тоже купила себе платье. Я просто хочу быть уверена 100%. Что я играю Оливидерчо. Наконец-то до тебя дошла. Эй. Где твое радостное лицо, Твайлайт? Где все вещи? Даже их тоже купила. Не бойся, Твайлайт. Я сделаю тебе прическу, и ты будешь и так лучше. Ты поможешь? Конечно, только мне нужно дойти до моего дома. Все в порядке, Рарити? Вполне. Так, сейчас. Во-первых, мне нужно снять тебе эту заколку. Отлично. Теперь мне нужна расческа. Ты отлично выглядишь, Твайлайт. Это неправда. У меня даже нет платья. Я знаю. Я отдам тебе свое. А в чем пойдешь ты? Вот в этом. Но... Ай, да ладно. Вот, мне повезло. Ты думала отлично. Теперь ты должна надеть платье, которое я дам тебе. Если честно, мне даже жалко его отдавать, но тебе не надо. Что? Почему? Может, с этим платьем не быть красивее даже. Потому что у нее самое лучшее платье. Но нет, не получится. Ладно. О, здравствуй, Твайлайт. Ты выглядишь просто ужасно.
Смотри, я все равно что-нибудь сделаю. Уверена? Поздравляю. Представь себе, вся такая сцена, конечно, передо мной. Нет, нас спасет магия дружбы, магия тебя и Ранити. Ты забыла про что нет. А, это про тех, которые уехали? Что? Они уехали. И я об этом позаботилась. Моя корона. Не будет у меня, и ты не сможешь ничего сделать. И ваши волшебные инструменты тоже. Нет! Мы все равно как-нибудь справимся. Ну уж постарайтесь. Все квесты будут у меня на коленях. С помощью Златы и Алика.